Тихо, тихо. Порядка 10 штук установлен модуль Сармат. Тавизор на 3,5 километра это производит его. Входит в сбор. Входит в эту сумму входит все. Тепловизор, пулемет. Это у вас? Это заводские деньги, они на маркетах своих. Ну так это только заводские. Надо делать сразу же эти проблемы здесь. Так, а это у нас... Это у меня есть три типа башен. Одна просто люки, стоит пулемет на верху. Вторая компоновка двигателя, не задняя, а центральная компоновка двигателя, что позволяет защитить двигатель с одной стороны. 20 секунд, если уже скажу, мы оснащаем. Это с минами боевые машины. И мы усилили минную защиту на этой машине. V-образными краями. По защищенности это уровень в станах. И зараз. Ну, это же там все. Загально трохи... Но тем самым поднимем эту машину. Вы обратили внимание, что по размеру... Так у них пушка снимает. Что такое, знаешь, бурдон? Как же здесь? Это и есть тренажер, который с компьютера управляется. Это не тепловизионный, да? Помітимо об'єкт, то потім ми навести без тепловизионного прицілу не зможемо. Это тепловизор, Андрей. Он 4-го поколения, он очень мало потребляет и работает. То, что 60 тысяч секунд, к сожалению. Но есть наши ребята. Есть наши ребята. Вторые части ребята собирают. Нужно и там собирать. Надо получить лицензию. Есть заводы. Витуоз, блядь.